похитите Ульдарда. Что будем делать? Ну, еще надо решать хорошо Чильдарда, чтобы начать похитить Сильги, решать, решать. Примерно моего возраста. 0,35, 0,36. Александр Николаевич, кощунственный вопрос. Когда будет чемпионат мира по шахматам Фиша? Очень хороший вопрос, да, нужно провести. И я знаю, что многие шахматисты поддерживают, хотят играть. Просто Анатолий Евгеньевич Карпов, там многим нравится. Ну, посмотрим, сейчас вот вроде бы с этими шахматами мы... Разберемся. Разобрались-то там все. После чемпионата, может быть, хотя Бобби Фишер неоднократно мне говорил, что если я проведу такой, он бы сам был бы или арбитром, или готов был принять участие в таком вот чемпионате. Если вы это сделаете, вот этот памятник нерукотворный будет. Очень полноценный чемпионат. Да, не просто там с маленьким контролем, может, а полноценный. Может, даже в Чикаго сделаем. Уже сам из Чикаго, я там был недавно в Чикаго. И вот там мы хотим открыть шахматный клуб, там все, не Бобби Фишера, и там вот в Чикаго провести первый чемпионат мира по Фишеру. Так, немножечко прижму вас в угол. В каком году? Мы будем говорить, в этом году будем решать вопрос. То есть это вот не да, так? Да, у меня визит скоро будет снова в Чикаго, я там буду встречаться с мэром, губернатором, с шахматной федерацией, мы вот обсудим. То есть вот кстати, это... хороший вопрос. Мы думали провести мемориальный турнир Бобби Фишера, а сейчас, я думаю, именно по... Но полноценный контроль, полноценный контроль. Не так, чтобы как бы типа шутя играли там, ну то есть, а именно вот кто есть, кто действительно в изобретательности здесь и сейчас. Не домашние заготовки, а здесь и сейчас. Спасибо большое. Хорошо.